Итак, друзья, доброе утро всем. Я хочу показать пробочку. Начинается от ЖД моста. И сегодня у нас 16.06.2018 год. Пасмурно, шел ночью дождик. Ну, видите, дороги уже все сухое. И мы едем встречать Светланы маму. У нас еще, правда, 25 минут. Я думаю, мы до ЖД вокзала доберемся. Но сам факт, то есть вы можете обратить внимание, как здесь все стоит плотненько. Света была вообще в шоке. Как так? Ну, вот, к сожалению, некоторые едут по обочинам. Это печально. А мы будем пытаться встать вот в эту пробочку, чтобы доехать до светофора и уйти налево на ЖД вокзал. Там, соответственно, тоже будет куча машин. Потом будет разъезд ЖД вокзал. Ну, в общем... Вот так вот живет наш город в межсезонье, то есть никого, едем куда хотим, а сейчас дорог не хватает нам всех, потому что очень много людей к нам приехало. В общем, доброе утро, друзья. Если приезжаете к нам, мы вас очень просим, вот 161 регион. Ну, сейчас регион, честно, не показать, могут с Москвы на 123 приехать, потому что многие как раз такие покупают. И вот можете видеть всех нарушителей, может, ДПС будет полезно, там, не люблю обочинщиков. То есть, когда опаздываешь, надо выезжать просто пораньше. Можете наблюдать вот всех друзей, которые готовы как бы исполнять по полной. Сейчас еще там едут. А не, еще ли не обгонять. Я просто всегда занимаю крайне правое положение, чтобы если они ехали уже конкретно по обочине. Просто как бы вы там особо не спешили, но хотя нет, они уже вон на светофоре, те, кто поехали прямо, уже тут нет. Вот еще один друг поехал. М031 РТ-123, это, знаете, местные так типа ездят. Печально. Подают такой пример как бы людям, которые приезжают к нам на опыт. Причем показать, то есть сзади нас разрывы пошли, а вот там друг едет просто по обочине. На Infiniti. Вот так вот и живем. Ладно, всем хорошего настроения. Увидимся на погодном видеосюжете. У нас он, скорее всего, сегодня будет на Анапе, на центральном пляже. Говорят, что в Анапе даже меньше дождя будет, чем в Витязе. Мы это проверим. Ну, хотя, ну вот, видите, мокрые пятна есть на обочине. Это как бы свидетельствует о том, что был дождь. И так мешают только вот эти облачки. Еще один джигит, смотрите, полетел. Тоже местные номера Краснодарского края. За ним следующий, тоже 93-й Honda. Еще один, смотрите. Все, подожди, а я за рулем сижу. Это вообще ЮА Украина поехала. Вот украинские номера мне вообще больше всего радуют. То есть ни штрафов, ни налогов, ничего, живете как хотите. Так, еще одна. 750-й Е9СС. Ох, друзья. А мы уходим налево. Ладно, всем пока-пока.